его от GT86. Вновь сделали на него канарды. И ждем остальную машину, а то этот бампер уже тут заскучал. Сегодня у нас с вами финальный такой спокойный, можно сказать, день. Я рад, что мы практически все успели сделать заранее. У нас нет ночи последнего болта. Машину мы проверили. Сегодня она ниша Крайера на сложные доски, а потом же сразу же на оклейку отправляется. Завтра пацаны целый день мозг ура будут ее клеить. Новый дизайн, кстати, в ленте, поэтому проходите, смотрите. По мне получилось очень круто. У нас предыдущий дизайн. Этот дизайн у нас больше на газу рейсинг, более геометрические линии, но он очень офигенный, поверьте, машина на дорожке будет смотреться очень круто. Вот, поэтому такой план, этим начнем заниматься Степа, потому что я сейчас... вот, фотосессия у меня небольшая, фотки покажу, когда закончится. Все, погнал. Что за денек? Юлечка, Никиточка. Это не то, что вы подумали, нет. Они еще ничего не подумали. Обычно с Юлькой сделать фотосессию в новом комбинезоне, пока он не испачканный, не в шине, хотя я уже водолазку в шине испачкал вчера на тестах. В каких-то обычных условиях, типа там в кафе, на лавочке и так далее. Но с ними сделаем небольшие кадры. Но похоже, что вот эта штука нам сейчас попортит жизнь. Будет быстрее, быстрее, автоспорт в опасности, быстрее. Во что только не ввяжешься ради хорошего кадра. Короче, Юлька велела фотосессия в комбезе в обычной жизни. Она меня вписала в такой блудняк. Странный чемпионат какой-то. Я вообще, знаешь, что тебе комнату прохожу? Которая пройдет в эти выходные на Moscow Raceway. Вот это да. Рисунчик там Суприм. Наконец-то приехали к парням, которые устанавливают диффузор в максимально боевых условиях. Эдик, а у нас тут еще с тобой красный. Мы по дизайну, которому действуем. Там ну, нет, подожди, там дизайн завтра будет другой. Нет, там красных полосок. Так, понятно.